Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволит заемщикам самостоятельно продавать заложенное по ипотеке имущество. Этот закон не имеет никакого отношения к тем людям, которые просто продают свою квартиру. Речь идет о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Документ был внесен на рассмотрение еще в 2020 году. По текущему законодательству, если человек для получения кредита предоставил имущество в залог, то им может распоряжаться только банк. Суд, оценивая жилье, средняя стоимость рыночная оценивалась, и принимая решение, в силу закона обязан был сразу провести уменьшение стоимости, этой рыночной стоимости квартиры, там, либо жилого дома, на 20%. То есть, например, если оценили эксперты в 5 миллионов жилой дом там, или квартиру, стоимость квартиры, то банк, подав такое исковое заявление, и суд выносит решение о том, что стоимость этой квартиры минус 20%, то есть первоначальная оценка была 5 миллионов минус 20%, то есть это 4 миллиона. Такая схема, естественно, не очень выгодна тем, кто в итоге теряет и жилье, и деньги. Новый закон должен обеспечить баланс интересов как кредиторов, так и заемщиков. И если цена окажется выше задолженности, то разница остается у вчерашнего обладателя квартиры. Сейчас же могут предоставить гражданину 4 месяца на то, чтобы он самостоятельно попробовал продать квартиру по максимальной цене, без лишних комиссий и каких-то иных платежей. Поэтому закон направлен на защиту, по сути, интересов граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В любом случае, юристы советуют не дотягивать до последнего, если понимаете, что вам нечем оплачивать кредит. Когда массово шли, это вот 19-й, 20-й, 21-й, ну это я даже не могу даже число сказать, но это вот через меня проходили там 500 и более, наверное, дел даже таких, которые фактически, ну знаешь, что это бесполезное дело, что это все равно банк прав, банк все это сделает, заберет и выставит все на торги, все это реализация будет. Кстати, даже после принятия закона кредитор имеет право отказать человеку в самостоятельной продаже. Но только в том случае, если процесс обращения взыскания уже был запущен, либо возбуждена процедура внесудебного банкротства. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.